Всем привет, ребята! Вы на канале Егоркот. Перед началом видео подписывайся на канал и не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня я снимаю новогодний ролик. Как вы знаете, совсем скоро Новый год. Вам придет в гости Дед Мороз и будет дарить вам подарки. Сегодня я хочу проверить и позвонить Деду Морозу в реальной жизни в 3 часа ночи. Я скачал 3 приложения, и сегодня мы их все проверим и посмотрим, сможем ли мы дозвониться настоящему Деду Морозу в 3 часа ночи. Я думаю, он уже должен запасаться подарками, чтобы вам всем их подарить. А если ты хочешь получить самый-самый классный подарок от Деда Мороза, тогда ставь палец вверх за 3 секунды. 1, 2, 3. Поставил лайк, успел, ну все, жди классный подарок от Деда Мороза 31-1 января под елочкой. Я беру телефон и сейчас включу запись экрана, и вы будете видеть все, что у меня здесь, как обычно. 1, 2, 3. Вот так выглядит мой рабочий стол, и тут у меня 3 приложения, и мы начнем с самого-самого последнего приложения. Не знаю, захотелось мне с самого последнего начать, и тут у нас написано Open, как пользоваться и больше. Ну, мы, конечно, Open открываем, и здесь у нас опять какая-то реклама. Ребят, ставьте лайки, если вас тоже бесит реклама. Ну, вот бесит реклама, я не могу просто, в этих приложениях ее много, я даже не знаю, как ее закрывать. Тут у нас фото Деда Мороза, что-то там, ла-тра-ла, опять реклама, лайка. Все, господи, что это? Ну вот нам типа звонит Дед Мороз. Мне что-то нет никакого веселья, потому что мне кажется, это не настоящий звонок. Что? Ребят, вы слышали это? Это был какой-то злой Дед Мороз? Что это было? Я хочу удалить это приложение, мне стало страшно. Это совершенно не Дед Мороз. Это какой-то страшный Дед Мороз. Я реально честно испугался, я ничего не подстрелил, вы все сами видели. Чего это вообще было? Ребят, вы встречали когда-нибудь злого Деда Мороза? Напишите в комментариях, я все комментарии читаю и, конечно же, лайкаю хорошие. Так, давайте теперь откроем первое приложение, посмотрим, что у нас будет там. Тут у нас идет какая-то загрузка. Мы все загрузили? А, мы загрузили рекламу, очень класс. И тут нам надо выбрать. Звонок от кого мы хотим? От мой бро? Чего? Я хочу от Деда Мороза. Президент. Мне нужен Дед Мороз. Ребят, вы здесь видите Дед Мороз? Тут везде Дед Мороз. Я не понимаю вообще. Мой бро. Ну, давайте. Магнит. Рекламу просто люблю. Ну, как и закрыть-то? Опять? Это не настоящие же звонки от Деда Мороза. 100%. Ну. Алло. Алло. Не, ну вот кто эти приложения вообще придумывает? Я не понимаю даже. Типа, что это и зачем? Ладно. Здесь даже ничего даже подстроить нельзя. Я выхожу из этого приложения. Я даже его удалю. Мне оно вообще не нравится. Я не понимаю его толка. И, ребят, понимаете, у нас осталось последнее приложение, последний шанс дозвониться Деду Морозу. Прямо сейчас пиши в комментариях, сможем ли мы дозвониться Деду Морозу. Как ты думаешь, это очень важно. Я надеюсь, что мы сможем дозвониться. Прям вот очень надеюсь. Так, давайте я сейчас открою. 1, 2, 3. Опять. Нет, ребят, смотрите, сразу реклама. Просто сразу. Сразу реклама. Это вообще что такое? Сайты, вот... Ребят, вот я не люблю андроиды, вот честно, вот не люблю андроиды, потому что у них вот очень много рекламы, вот на айфоне столько рекламы никогда нет. Так, ребят, тут номер телефона, очень длинный какой-то, кстати, номер телефона, и давайте нажмем видеозвонок. Конечно, мы посмотрим 10 реклам, но давайте дальше. Вот это уже что-то похожее, ты представляешь, правда? Вообще, вот, ну вот это прям по-новогоднему, да? Давайте отвечать, я боюсь. Ну ладно, давайте отвечать. Меня зовут Егор. Да, я жду Новый год. Жду Новый год. Хорошо. Ребята, вы слышали? Это был настоящий Дед Мороз. Ребят, я просто в шоке. Я просто в шоке. У меня руки немного дрожат. Блин, это был настоящий Дед Мороз. Это так круто, блин, ребят. Вы знаете, настоящий Дед Мороз был.
Просто я в шоке, я просто в шоке. Ребята, как вы думаете, он 100% был настоящий или нет? Прямо сейчас напиши в комментариях, мне очень важно прочитать. И ждете ли вы Деда Мороза на свой Новый год? У всех же Новый год будет. Вы ждете подарки? Вообще, что вы загадали? Что вот вы загадали на Новый год? Родители, смотрите в комментариях, выбирайте подарки для своих детей. Вот, ребят, я просто в шоке. Мне дозвонился Деда Мороза. Ребят, ну я надеюсь, вам понравилось. Это мое новогоднее доброе видео. Прямо сейчас ставь пальцы вверх за 3 секунды. Раз, два, три. Поставил, если в начале видео не успел, поставь сейчас. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. Подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, делись этим видео с своими друзьями по кнопочке снизу. И, конечно же, подписывайся на мой инстаграм, потому что там осталось всего 3 человечка до 500 подписчиков. Подписывайся, ссылка есть в описании. Теперь у меня просто ник и QR-код. Всех люблю, до новых встреч, пока-пока. Увидимся с вами в следующем видео. Пшу.